Ярким событием 6-го культурного форума стал фестиваль национальных кухонь «Тусла Щемьере». Чебоксарцы и гости столицы пробовали традиционные блюда самых разных народов, живущих в Чувашии. 10 огромных шатров, и в каждом от угощений ломятся столы. Кажется, что все возможные кулинарные запахи сплелись в удивительный букет и манят откусить или отломить кусочек национального блюда. Выбор огромен. На фестивале представлено чувашская, русская, татарская, мордовская, армянская, грузинская, азербайджанская и узбекская кухни. Узбекские блюда вообще богаты мясом в основном. Также польза, например, в том же плове узбекском, очень много различных специй. Это очень хорошо влияет на здоровье, иммунитет повышает. Вот. Также другие блюда, сладости всякие, это для души очень хорошо. Вот. Стараемся для себя все делать, все из натурального, все природное. Собираем все сами, все специи, пытаемся сами сделать, засушить. На фестивале можно попробовать блюда, которые испокон веков готовили наши предки. В шатре чувашской кухни шартан, хуплу. У татар это, конечно же, чак-чак. А вот в шатре русской кухни нас удивила икра из манной крупы. Такой необычный вкус, что-то такое, изысканное, как бы необычное, вроде бы знакомое, но что-то пока нет, не пробовал, первый раз. Мне очень понравилось топленое в печке, сколько пробовала, на газу не получается, а в печке это такой напиток, такая пленочка сверху, и оно такое насыщенное, вкусное и самое главное диетическое. Фестиваль превратился в настоящий праздник. Причем у представителей Азербайджана он сегодня даже двойной. Сегодня такой праздник попался, именно такой наш праздник, Новрос, весенний праздник. Вот когда мы красим яйца, да, и готовим восточные сладости. Вот. И, значит, здесь вот показываю я вот эти саманы. Это вот пшено, да, нарастающее. Это показывает, что перешла весна, и, значит, богатство, изобилие, и что будет в этом году новый урожай. Какая организация станет победителем фестиваля, мы узнаем в День Республики. Мария Шоклева, Елизавета Зайцева, Олег Якимов. Республика.